Мстители. Четвертьфинал. Не зря Илья Ковальчук взял с собой столько клюшек на чемпионат мира. Как знал, в Словакии мы надолго. Вчера в Братиславе было жарко, охладить пыл болельщиков попытался нападающий Кирилл Капризов. Опроверг слухи о романе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Кирилл, вы просто еще не видели фотографии Алины, которыми она отвлекает ваших соперников. Я молодой, просто седой, слез упал на плечи. Вся семья Малкиных работает на победу. Разминается жена Анна. Двухлетний сын Никита уже готов выйти на замену. Его папа тренирует лично. Бросайте мяч! Где ворота? Старый, игры ваши. Голы Малкина с детства считал наш защитник Никита Задоров. Теперь Никита на одном льду со своим кумиром. Дома у Задорова серьезный защитник. Собака Луна охраняет самое ценное – двухлетнюю дочь Софи. Кто там? Кто там? Иди посмотри. Вот так видит своих соперников наш вратарь Андрей Василевский. Ну разве их остановить? Красная машина набирает обороты, и это только начало.